Ассоциация Верхнекамья является некоммерческой организацией. В объединение входят органы местного самоуправления для организации межмуниципального взаимодействия, координации деятельности членов ассоциации в решении вопросов местного значения. Напомним, в ассоциацию Верхнекамья входит 5 северных территорий Пермского края – Березняковский, Соликамский, Александровский, Черденский и Красновишерский округа. Сегодня в группе ВКонтакте «Березняки» официально сообщили, что руководить организацией будет Алексей Казаченко.